Итак, дорогие друзья, мы с вами курс 8. Наша задача — создать шаблоны. Почитать можно, познакомиться, примеры приложений блог. Кстати, далее перейдем к социальным сетям. Значит, здесь наша цель — написать шаблоны, разобраться в файлы CSS. Вот какие моменты. Смотрите, CSS я дал домашнее задание обязательно выполнить. Напишем базовый шаблон, вывод всех статей. Далее применим хитрости шаблонов, чтобы выводилось при помощи Django Templates, тегов Django, только, допустим, 30 слов, что очень удобно, строчка кода. Вывод одной статьи, и обязательно, чтобы не потерять недели времени иногда, я рассказал ошибки при составлении get абсолюта URL. Ну и получается, что у нас уже там можно вставить редактор, как-то я просто здесь показывал, любой текст ставил, но вопрос в том, что здесь уже можно дорабатывать. Самое главное, что мы уже получили результат, наш блог. Он уже работает. К 8 уроку разобрали все у нас чин-чинарем, как говорится, правильно, понятно. Посмотрите курс, перейдете, рассказал, ну, очень подробно. Ну, в принципе, школа spb-tut.ru. Для тех, кто первый раз, получить логин и пароль, нажать «Получить логин и пароль» и заниматься пожизненно. В любом случае, я рекомендую вот что всегда. В кабинете, когда вы заходите в личный кабинет, то значки расположены в том порядке, которым бы я рекомендовал вам проходить материал. Спасибо за доверие, успехов!